Спасибо большое за донат. Обоссанная хреногубка, побывавшая там. Текст доната на запись. Судя по всему, аниме Лобби классику не знает. Всего-то 98-го года сериал. Около часов, 4 часов музыки для него сделано было. Так, с... А Азумангу тоже не смотрели? Если интересно, есть живое исполнение этого трека. Мутное видео, но сыграно очень четко. Ну, такой текст доната. Я ничего не понял. Но послушаю. Да, отвечу на донат сразу после, Матвей. В скобочках, может, и не Матвей. Больше Дана Борисова нравится. Тум ту ту ру ту тун тун ту ту ру ту тун чики чики. Да залупа ваша музыка из аниме вообще, я аниме ваша залупа. Сказал, бля, чел, который вообще в аниме походу это. Настоящее мнение. Хорошо, отвечу на вопрос в очереди. На запись отвечу даже. Вот мое настоящее мнение такое. Нужно все-таки по очереди все делать. Да я не знаю, как будто лучше слушать не даже не японскую копию. Я это говорю, конечно, имея японский диктофон, японскую камеру и японский, сука, стиль жизни в одном квадратном метре. Вот, но... Ну, типа... Если услышать что-то ковбойско-блюзовое, так есть же американцы для этого. То есть, прикольненько опять же здесь, но вот как будто... Как будто зашел в казино, похожее на Лас-Вегас, но где-то в Киото.
Благодарю. Благодарю за донат. Спасибо. Ну, честно, у меня как бы, ну, это неплохо, но у меня особых эмоций прям не вызвало. То есть... Ну, типа, такой пафосный, бодрый аниме саундтрек, типа, из Парижской палаты мер и весов, или там Токийской палаты. Честно, нечего сказать. Спасибо.